Да. Так, сынок. Значит, что нам надо? Вот линия. Понял? Да. Вот кувалда. Значит, сейчас нам надо вот так вот или пополам. Пополам. Расколоть. Чтоб потом нам сделать вот тут уголочек и там. Понял? Да. И вот я думаю, что оно будет нормально. Так, а где наша кувалда? В гараже. Там, где эти ключи лежат. Значит, показываю один раз, и дальше ты занимаешься. Понял? Да. Отлично. Видишь, трещина пошла. Угу. Сюда. Значит, надо. Понял? Да. Учись, пока я живу. Угу. И вот тогда мы вот так вот будем ставить, но тут мы не отколем. Тут сучок, оно не расколется. Да, тут сучок сюда, а тут сюда. Ну, оно и ладно. Будет вот так вот. Понял? Да. Вот, теперь берем, допустим, вот эту вот. Перекатываем вот так вот сюда. Вот. Вот так вот примерно. Берем вот здесь. Нет, по полосочке иди, вот так вот. Наискось. Еще, вот, видишь, вот эта вот полоска идет прямо. Я вижу. 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 Так, теперь берем. И вот таким вот макаром нам надо поколоть. Ну, вообще-то вот тут можно потом попробовать отколоть. Угу. Оно отколется. И вот таким вот такая у нас свистопля. А вот, вот этой вот толщины сейчас мы с тобой попланируем. Смотри. Тут можно на три части, да? Да. Вот так вот. Раз, два. И будет три, да? Угу. Один получится как вот тот. Угу. Сейчас попробуем. Что он нам даст? Так, подожди. Ну вот по центру дели еще на две. Так, скажешь, сыночек, так и сделаем. Видишь? Угу. Ни хера. Так оно не колется. Значит, придется колоть пополам. А так оно откалывается. И все. Понял? Угу. Знаешь, пополам. Угу. Так. Ну все, ребята, вот это ж хотим сделать заборчик такой. Где-то уголочек такой. Понял? Чтоб чики-пуки. Попотат. Ну вы поняли. Баба-Богдан какую-то девчонку проведет. Она как раз. Ой, как красиво.
Хопа, а он уже тут как тут. Пока.